Брат упоминал об одном молитвенном доме у нас в Молдавии, это в городе Бендерах, когда несколько лет назад были военные действия. И он уже говорил о том, что как раз брат Виктор, он же и пресвитер церкви, 8 лет назад он предложил братья: давайте строить у меня молитвенный дом в огороде. А у него огород есть большой, а дальше такая ложбина большая, ну, и как раз около ложбины там весь огород будет занимать дом. Дом построили чуть-чуть, если поменьше, чуть-чуть, а в целом форма такая же, и очень уютно, очень хорошо построили. И балкон также, все, в общем, занял весь огород его, хотя у него 6 детей. У самого. И все маленькие еще были. И когда началась война, межа между Приднестровским фронтом и Молдавским фронтом как раз пролегала около, по его участку. В противоположной стороне обрыв такой. По ту сторону, 100 метров, стояла другая сторона. На огороде его, оставшемся огороде, выкопали для ракет установки, окопы. Ну, настоящий фронт, вы понимаете, что это такое? Офицер, солдаты, походная кухня, живут в окопах, стреляют. Весь период вот этой войны, несколько месяцев, ни одного богослужения не пропустили. По крайней мере, пресвитер стоял за кафедрой, а народ был в зале. Бывало так, рядом упадет ракета, и дом качается. В тот момент все прекращается, и все стоят на коленях, люстры шатаются. Все стоят и молятся. В дом молитвы шли бабушки наши, пригибаясь, обязательно только у самого забора, потому что рядом пули свистели. И собрание не пропускали. А пресвитер говорит: братья и сестры, кому страшно в доме? А попадали и ракеты, и снаряды. Снарядов мало, больше ракет. Дома сгорали, понятно. Кому страшно в доме жить? Будьте с утра до вечера в молитвенном доме, милый ты мой. А молитвенный дом-то на самой передовой. А я его спрашивал: а что ты приглашаешь сюда, в молитвенный дом? А по обетованию Божьему. Потому что не приключится тебе зло. Потому что благословение Господне здесь. А кто под благословением Господним, тому всегда хорошо. И он подошел к офицеру и говорит: я вас попрошу, если у вас есть раненые, но все-таки под дождем, холодно, и вам тяжело, занимайте мой дом. Пожалуйста, распоряжайтесь моим домом. Но в молитвенный дом ни одного шага солдатский сапог не должен переступать. Потому что дом Божий. А мой дом, пожалуйста, в вашем распоряжении. А у него 6, повторяю, детей. И хочу сказать вам, когда мы проходили по улице, когда успокоилась вся война, я проходил по улице, заборы железные, дырки от пуль, кругом все, из стекол все. А в молитвенном доме ни одного шрама от осколка, ни одна пуля не попала. Хотя на самой передовой был 100 метров от тех, кто стреляет. И не потому что рядом с домом окопались орудия, которые стреляли. И казалось бы, чтобы погасить огневые точки, будут стрелять. Ни одного. Это не потому, что пощадили с той стороны. Даже случайного ни одного не попало. Бог защищает, любящий Бог. Когда мы так вот решили, все-таки, знаете, в тишине было спокойно.
А в Бандерах так тяжело, такие бои. Мы с братом решили, давай поедем, давай посетим Бандерскую церковь. Давай. Я говорю, ну, ты на своей машине, ты хоть жене скажи, что мы поедем. Все-таки в самую, ну, горячую точку едем-то. Ну, он сказал жене, ну, поезжай. Она-то думала, все равно не пропустит. Там действительно не пропускает. И мы подъехали к последнему барьеру, где уже никого не пропускали. Мы говорим, вы понимаете, мы едем на богослужение. Мы едем помолиться с теми, кому страшно, кому тяжело, а может быть есть раненые, мы вывезем. Но если так, то поезжайте вот с той стороны, и вдоль Днестра вы проедете 10 километров, там дорога есть. Поехали. Нас только предупредили. Очень быстро поезжайте, потому что через Днестр там снайперы есть. И очень часто снайпер находится бежал. Мы ехали очень быстро. Ну, 120-130 километров. Этот участок 8 километров. Ну, трупы, которые попадались, старался быстро объезжать их. Там уже не остановишься. Там под снайпера попадешь сразу, если остановишься. Да и кто будет выбирать, рисковать собой, чтобы и тебя снайпер, ну, поймал на мушку. И когда приехали туда, вы знаете, было ну, так торжественно, и для церкви было приятно, что вы их посетили. И было удивительно, потому что еще ни одна машина не проезжала сюда. А мы приехали и помолились. В какой-то момент братья сказали, братья, сейчас 3-4 будем молиться. Проповедовать никто не будет. Будем молиться. Я говорю, а почему? Потому что сейчас такая канонада будет, так будет шумно, что трудно слушать, даже слушать, потому что все будет кругом рушить. Так вот шататься, дай Бог, чтобы у нас не попали. И мы с 3-4 действительно испытали, вы знаете, никто не устал стоять на коленях. Так шаталось все, где-то разрывалось, где-то ответная стрельба была. Опять и опять. За час, как будто все утихло, и мы объявили, что мы уезжаем. Может быть, кого-то увезти надо. Все пожимают плечами, нет. А одна говорит сестра, мне, говорит, мне через 2 дня в Америку лететь, из Москвы в Америку, ну, уезжает в Америку. Отвезите, пожалуйста, меня до Кишинева. Ну ладно, увезем. И она вещей столько понабрала, а у нас жигуленок, ну куда же, у нас багажника нет. Я говорю, вы знаете, ведь мы же едем под обстрелом снайперов, если с вашим багажом, ведь мы же, ну, сами попадемся, надо очень быстро, с багажом не получится быстро. Ну я вас прошу. И столько загрузила. И знаете, что в основном периные подушки, не знаю, может быть, в Америке нету их. Но брат говорит, да ладно, давай привяжем на крышу, так вот, плотнее. Потом подумали, ну действительно, пусть снайперы стреляют по перине, ничего страшного нету. Давай, ну ладно. И вы знаете, что я подумал? И, ну, мы проехали благополучно, и теперь еще, я уж не буду перечислять качества такие, но, которые, они на небо не будут браться. И их надо у тебя забрать. И вот переливает он меня как из сосуда в сосуд, чтобы запах весь удалился нехороший. Чтобы благодарить меня пред Богом. Чтобы научить и полагаться на него. Чтобы, если я его буду славить здесь во всех скорбях, то там я буду славить, там будет все в порядке. Кто там будет славить Бога? Те, кто здесь научились славить его.
В заключение однажды меня просто донимал один цыган. Он барон цыганский. Знаете, он знал, за что я осужден. И вот все время, скажи, много у тебя золота? Да послушай, Иван Иванович, ну отстань от меня, да никакого золота, да не может быть, что ты, значит, подчинение верующие, золота нету, да быть не может, зачем же ты живешь? Я как-то даже немножко рассердился на него. Но сидели мы вместе, он опять меня спрашивает за золото. Ну, думаю, надо его уже окончательно, ну, что-то сказать такое, чтобы он ко мне больше не приставал золотом. А что сказать? Я уже много что говорил ему, не надо говорить. А он опять мне за золото. А у него весь рот золотой. Ну, как у цыган высшей гильдии, ну, барон. Весь Ростов и Ростовская область ему цыгане подчинялись. Я говорю, Иван Иванович, я хочу вам гарантированно вот что сказать. Вы в Новый Иерусалим, в Царство Небесное, не попадете, вас туда Господь не пустит. Это почему? Вот вы все за золото спрашиваете меня. Я говорю, что я не знаю, нет у меня, вы не верите. Но вот поверьте мне, что я даже никогда в руках не держал ничего золотого, ни одного предмета. Вот у вас, говорите вы, зубы золотые. Вот если вы мне сейчас разрешите за ваш зуб подержаться, это будет единственный раз в жизни, когда держусь за золото. Дай мне подержаться. Но я говорю, знаешь, Иван Иванович, почему я говорю, что ты не войдешь в Царство Небесное? В Новый Иерусалим. Тебя туда не пустят. Потому что когда я войду, улицы чисто золотые, из чистого золота, а я буду по ним идти, я ходить по золоту буду, но я не буду вниз голову держать. Я буду смотреть, где мой Иисус. Я еще хочу ему что-то сказать. Я, наверное, ничего не сумею сказать, я только хочу поклониться ему. И знаешь, что я ему скажу? Чего? Я ему скажу, Господь мой, Бог мой. Я для начала, наверное, ничего не сумею сказать от такого волнения, которое буду переживать. Но пусть он, правда, не подходил ко мне, да я и доволен был, чтобы не подходил с этим золотом. Но я хочу сказать, люди взвешивают, знаете, по увлечению своего сердца. Кто чем побежден, тот тому и рад. Меня Бог убьет. И по делам. И каждого. Каждого. Только каждого особо. И меня не так, как вас. И вас не так, как меня. Если остаемся без наказания, то мы незаконные дети. А не сыны. Никакие мы не дети Божьи. Если мы остаемся ненаказанными, если без испытаний, слишком легко, то что-то не в порядке в твоем родстве с Богом. Бог вот, ну, имеет к тебе вот влечение, чтобы тебя исправлять, чтобы ты был лучше. Сколько праздных слов, неудачных шуток, таких пустого провождения времени. Ну, это все в минусы входит. И здесь надо, знаете, ну, поправлять же, воспитывать надо. А как иначе? Я знал нескольких братьев, которые сохранили веру, и сестер, кстати, тоже, которые хранили верность в мелочах. Храня верность Богу. Я с Батуриным Николаем Георгиевичем никогда не сидел вместе в тюрьме. Не приходил. Но я встречал заключенных, которые приходили с этапа, которые сидели вместе с Батуриным. И я спрашиваю, ну как там?
Мой Николай Георгиевич, ай, говорит, ненормальный. А я думаю, слава богу, что-то хорошо. Что-то, и начинаю расспрашивать, а что там у него? А он говорит, знаешь что? Он как пришел в лагерь, так вот получилось, что, говорит, к нам в отряд. И я, говорит, недалеко от него спал. Ну, в 10 отбой, и все должны ложиться спать. И обход сразу же. Ну, знаете, порядок там соблюдается в этом плане. И обход. Офицер, два солдата, прапорщик. Ходят, проверяют, все ли на месте. А твой Батурин, он мне говорит, стоит на коленях у своей койки и молится. Офицер подходит к нему сапогом, бьет его. Да что, для тебя не касается отбой? А он говорит, Господи, прости его. Ведь он не меня бьет, а тебя бьет. И не встает. И потащили его на 15 суток. А пришел после 15 и опять. Да и не меньше минут 30-40 стоит на коленях, когда все ложатся спать. И как-то получалось, когда он стоит на колени, никто ни слова, полная тишина. Батя молится. Другой раз, когда проходили надзиратели, вот молодой какой-то сержант говорит, о, стоит там, что там стоит на коленях? Офицер. Ой, стоит ему положняк, то есть ему можно, ему все можно. Так что твой Батурин ненормальный. И мне так это тепло, тепло и приятно. Скажите, чтобы встать на колени и помолиться Богу, и за это пинки под ребра получать, а ты продолжаешь стоять и молишься за тех, кто тебя пинает. Спрашивается, ну зачем Бог допускает такое? Почему он ангела своего не посылает для того, чтобы оградить дитя своего? Ведь он доброе дело делает. Почему? А я хочу вам сказать, Бог не нарушает ситуации, когда обижают святых и возлюбленных. Вы помните, когда Стефана побивали камнями, а Иисус Христос, это сам Стефан видал, Сына Божьего, стоящего одесную Отца своего, и смотрел все, что происходит, и не вмешивался. А кто-то будет думать, и небо высоко, и Бог далеко, пока Бог закрыл лицо свое, мы его побили камнями. Это людям так кажется. А Господь наблюдал за ним и благословлял его. Это нормальный суд. Это путь совершенно нормальный. И вы знаете, в Царстве Небесном я буду совершенно счастливым поприветствовать Стефана как первомученика. Я реально представляю Царство Небесное. Великое множество небожителей, я со всеми перезнакомлюсь. Ведь во веки веков мне хватит на все время. На все время хватит. И я буду очень счастливым порадоваться со Стефаном. Скажите, а чем же ему и похвастаться? Скажите, он будет сожалеть, что его побили камнями? Конечно, нет. Скажите, а вот когда мы с вами встретимся, вот вы друг с другом встретитесь в Царстве Небесном, о чем вы будете разговаривать? О любви к Богу. Как Господь нас любит? Наверное, маловато. Я думаю, благодарить будем Бога. За что? А? За крест, за кровь, за спасение, за скорби, которые он посылал. И сделал нас вот, с каким трудом он нас вот довел до Царства Небесного. С трудом, братья и сестры, с трудом.
Когда мы встретимся друг с другом, мы не будем вспоминать, а у нас помидоры были по рубль 20, а у вас? А у меня крыша была прохуженная, а у вас? Все, что земное в землю и пойдет, мы будем рассуждать, кто как успел послужить Господу. И третье, не возлюбил души своей даже до смерти. Третье, не возлюбить души своей даже до смерти. Вы знаете, когда уже жизнь своя уже не твоя, когда у тебя только еще помыслы, как бы еще потрудиться и что ты еще делал. У меня осталось очень большое расположение к одному брату, который шел впереди меня в омском лагере на третьей колонии. Когда я в 80-м году вошел в этот лагерь, меня окружили заключенные, человек 10, наверное, узнав, что я верующий. И меня наперебой. А слушай, а один был святой здесь, Савченко? Я говорю, Николай Степанович? Да. А это пресвитер Омской церкви. И я его знал. Он 5 лет до меня был, уже освободился. Ко мне подходит один вплотную и говорит, батя, а ты такой, как он, настоящий верующий? Я говорю, знаешь что, мне 5 лет срок. Если ты будешь все 5 лет со мной, в конце увидишь, скажешь, сам определишь. Ну как я буду говорить, настоящий я там или еще? А он мне говорит, знаешь что, я не знаю, какой ты, я посмотрю, но лучше Савченкова ты быть не можешь. Да потому что он до конца святой человек, понял? Вы знаете, я даже замер от радости. До конца святой человек. Это определение зэков, это серьезно. За 5 лет можно присмотреться, да? Он до конца святой человек. И лучше его я быть не могу. Если буду самый хороший, я только буду такой, как он. Это в их глазах. Вы чувствуете, какая ответственность на меня теперь уже ложится, да? Я спрашиваю, а чем вот так понравился вам Савченко? А? Мне интересно его путь. Интересно. Один говорит, он уже там 10 лет, всего 15 ему, и говорит мне, когда их 10 человек этап пришел, но они не обедали, к вечеру я должен был их отвезти в столовую и накормить, весь этап, 10 человек, и Савченко в числе 10. И повел я в столовую. Поставил 10 мисок супа, ну, каждый. У каждого ложка своя. Все сели, стали кушать. А он снял шапку, положил ложку на стол, сложил руки, встал, закрыл глаза и стал про себя что-то молиться. Все в недоумении, а там еще верующих не было. И я, говорит, взял в миску, пока у него закрыты глаза, и перенес на другой стол. Пускай откроет глаза, и нету миски. Это тебе не детский сад, чтобы закрывать глаза. Он помолился, наверное, за пищу молился, а там пустое место. Помолился, сел, смотрит, ничего нет. Все даже кушать перестали. Интересно, что будет дальше. Он мог бы сказать, ну, ребята побаловались, да и поставьте сюда. Ну, конечно, дали бы ему, конечно, дали. А он ни слова не сказал, вышел со стола, одел шапку и идет к выходу. Я его догоняю, батя, да пошутили с тобой.
Иди, садись, вот, мистер, вот, кушайте, я взял. Он говорит мне, ты знаешь, кто я? Нет. А я служитель церкви. Я дитя Божие. И у нас такой порядок. Первый день пребывания в новой колонии надо провести в посте и молитве. А я позабыл и сел вместе кушать. А Бог тебе сказал, возьми миску и убери, ему не положено. И когда я увидал, что миски нету, я поблагодарил, Господи, благодарю тебя за напоминание, какой ты добрый. Так что ты не виноват. Ты исполнил волю Божию. Благодарю тебя. После этого с ним никто не шутил. Я, когда выслушал это повествование, думаю, милый Иисус, какие светлые люди есть на свете. А он на правах абсолютно малограмотных людей. Чем он богат? Он богат простотой своей и богобоязненностью. Какое третье условие? Не возлюбили души своей даже до смерти. Он в Омске жил, нес пресвитерское служение, а Омская церковь, знаете, она претерпела, ой, как много. Там многие разбежались, ведущие, руководящие из этой церкви, потому что гонение было большое. А он остался. И когда мои дети приезжали ко мне на свидание, а свидание было невозможно, потому что меня часто держали в карцере, особенно в 1984 году. И он брал моих сыновей и говорил, пойдемте, дети, я знаю, где ваш папа. Я знаю ту камеру, где его садил. Там была такая камера, ее звали африканка. Особая камера. С той стороны, с тыльной стороны, зима была. По снегу проходит вдоль предзонника у колючей проволоки. Заходит около ШИЗО. Говорит, вот угловая камера. Камера номер 9. Камера называется вот так-то. Условия в камере какие-то. Давайте помолимся. И мои сыновья на колени встают на снегу. И он среди них стоит на коленях, молится. Ясно, что здесь же вышка, солдат, который охраняет, срочно звонит. Тут наряд прибегает. Что вы делаете? Мы молимся. Вот, дети пришли к своему папе. Нет возможности встретиться. Решили, а он в карцере здесь, решили в Африканке. Решили помолиться рядом с его камерой. Я говорю, милый человек, как правильно воспитывает, помогает воспитывать наших детей. Ведь не каждый приведет сыновей, да? Как только лишь меня перевели в другой лагерь, чтобы добавить дополнительный срок, уже дали срок новый, отправили в Бурятию, сразу его арестовали. Его привезли опять на эту тройку, где он уже 5 лет тому назад был. И начальник говорит ему, ну что, детей водил с той стороны к африканке, теперь сам иди туда. И оттуда ты не выйдешь.
Его все-таки освободили. Как раз в другое время пошло. 86-й год. Простите, 87-й год. И когда его привезли домой, он ходить-то уже некоторое время не мог. Его из больнички тюремной привезли. У него уже думали, что он никогда не встанет, потому что колени сильно гноились, и ноги не стояли. А дело в том, что он на этом полу много стоял на коленях, молился Богу. И за то, что он вот так вел себя, его сильно избили, через 2 недели отпустили домой. Поспешили это сделать, потому что он мог там умереть. Зачем они это делали? Не возлюбили души своей даже до смерти. Есть у птиц небесные гнезда, лисы в норах могут жить, а Христу, кем ярки звезды, негде голову склонить. У Него дворцы светит, Он на небе мог бы жить, но Мессии негде было в мире голову склонить. Лучи пришли в стране унылой, жаждой миру послужить. Иисус уж нигде было, мире голову склонить. Ради Спаситель принял тернии венца, чтоб тебя вести в обитель всенебесного дворца. Тот дворец, он вечной силой сколько раз в твой дом сердечный.